Итак, вы находитесь на шоу. Я даже не подумала, что скажу. Итак, вы находитесь в шоу «Прятки 5 раундов». Сегодня в игре у нас участвует... Картошка. Картошка. И... Бабушка и дедушка. Бабушка Борисович с усами. Что? Итак, в первом раунде будет прятаться... Как вас там зовут? Бабушка Борис... С усами. Бабушка Борис с усами будет прятаться, а картошка будет сидеть с наушниками с музыкой, чтобы ничего не слышать. Это наша студия, здесь прятаться запрещено. Здесь у нас куча всякой аппаратуры, куча всего. Картошка. Саша остается сидеть здесь, а с Борей мы отправляемся прятаться, или как там его дед с усами. Я сейчас скажу. Погнали! Итак, мы отправляемся прятаться. Дед с усами, где вы собираетесь прятаться? Я еще пока не знаю. Держите прятаться. Тут места нет. Я тоже. Давайте туда есть рамки. Закрыто. Готово. Хорошо вы там себя чувствуете? Да. Все, мы пошли звать ищущего. Идем искать. Идем искать. Погнали. Сейчас. Подозрительно. Тапки снизу. Значит, он снизу. Тапки снизу. Значит, он снизу. Что за логика? Что за ниндзя тут? Искал Борю. О, какой красавчик. Все, погнали дальше. Вам понадобилось всего лишь около 2 минут. Не знаю, все проверял как. Линза. Ладно, мы переходим ко второму раунду. Теперь мы включаем деду в усах музыку. Он будет ее слушать. Слышно? А с картошкой мы пойдем прятаться. Слышно? Да-да-да. Погнали. Сэр, помедленнее, у вас безграничное время. Я знаю. Не надо так спешить. Обманка. Оставлен тапок. Вы хотите прятаться? Не знаю, где-то на нижнем этаже. Короче, моя методика такая, что тапки останутся здесь, а я пойду в кроссовках. Он подумает, что раз тапки здесь, я сверху. Я уже старый. Мы спускаемся обратно на низ. Вы серьезно хотите спрятаться просто? Плохая идея, согласен. Я застрял. Сэр, вам помочь? Вы знаете, что такое авторское право? Да. Что это? Это авторские права. Все, вы так и хотите там сидеть? Прям супер беспально. Погнали за дедусь.
Алексей в усах. Итак, мы идем прятаться. Пузатый дед идет прятаться, или как там его? Где ты хочешь спрятаться? Ты тоже хочешь здесь прятаться? Не надо. Посмотрим, к чему это приведет. Готов? Готов? Да. Коль, только не надо их ставить, чтобы было так, как было до нас. Потому что спрячься прям пониже. И все, там, что видно тебя. Что тебя поселили? Все? Да. Пойдем. Я не знаю, Боря, тебя, наверное, там очень быстро найдут. Но да ладно, будем надеяться, что нет. Погнали звать картошку. Шерлок, Шерлок, срочно! У нас пропал человек! Пожалуйста, надевайте свою кепочку и идите искать! Срочно, срочно! У нас пропал человек! Его зовут, как там его, бородатый дед какой-то! И пошли его искать, короче, давайте, погнали, погнали, быстрее, быстрее, быстрее! Время еще! Так, кто не знает, я Шерлок Холмс. Ладно, правда, что ли? А я не знал. Ищем, ищем, быстрее, быстрее! Итак, четвертый раунд. Усатый дед садится слушать музыку, а мы отправляемся к ниндзя Шерлоку Холмсу и картошке. Погнали! Мой деда говорил. Он ничего не говорил, но мой деда говорил. И бабуля, прячься там, где больше всего видно. Хочешь спрятаться здесь? Серьезно? Пойдет. Идем искать этого, картошку. Саша, тебя очень сильно было видно. Короче, погнали сразу в пятый раунд, да, Боря? Итак, сейчас будет пятый раунд. Я сам, Тимофей Бровченко, буду прятаться на втором этаже от вот этих вот двух мелких крутых пацанов. Короче, я сейчас отдам им камеру.
Сама суть можно искать везде, кроме Пашиной комнаты и маминой комнаты. И улицы. И ниже, на втором этаже прятаться все. Прятаться тоже там нельзя, тут ты там прячешься. Ой, меня раскрыли. Боря, я на втором этаже буду прятаться. Можно искать везде, кроме Пашиной и маминой комнаты. Все, я перейду потом на Саше. Да. Не разбей, пожалуйста, а один вот. Я знаю, я-то их от себя. Все, меня хорошо, я как-то подожду. Прячусь я вот в сумку, короче, вот, у меня в комнате, которая. Сейчас мне Паша поможет, я говорю, да, вот. Там дырки есть, так что дышать не будет, чем, если что, не волнуйтесь, да. Буду там ютубчик смотреть, короче. Паша сейчас это все сумки на меня сложит сверху, я там буду сидеть, и меня будут искать мелкие. Посмотрим, как получится, погнали. Так, ну что, я спрятался. Здесь у меня есть чем дышать, короче, все снимает. Короче, жив, ура, меня идут искать уже. Вот мы и идем искать нашего... Ой, палец. Переснимаем. Вот мы и идем искать Тимофея. Идем, идем. Будем искать. Сомина комната. Он спрячется. Вот там, ой нет, его там нет. Давайте отпишем нашего Тимофею. Ай. Все, я же ты внутри. Так и скажи. Похоже, его там нет. Надеюсь, он не залезет в сумки. Нет, сюда. Ну нет. Подозрительное место. Все, я знаю, что ты там. Прямо знаю, что ты там. Иди. Максимка, там нету лучшего? Надеюсь, что нет. Дайте! Дайте! Так я знал уже, что ты здесь. Быстрее, вы не можете! Так, где ты? Снимайте и вытаскивайте сумки. А вот тут? И камеру снимайте. Пытай! Ну я же знаю, что ты здесь. Боря, давай, отодвигай ее. Я знал, что ты здесь. Здрасте. Я знал, что ты здесь. Похоже, что его тут не было. Ты что, видел меня? Чего? Нет. Нет, ты предполагал, я слышу. Да. Не, ну просто кайфовое место, просто начал шуметь, Боря меня услышал. Потому что я там... Ты, короче, взял, у меня тут вот здесь вот была вентиляционная труба такая, чтобы я мог дышать. Ты берешь пакет, на нее кидаешь. Ты краски на камере, как рак. Квартирный рак. Я же говорю, после сауны вышел. Этот видеоролик вам понравился. Картошка. Картошка. Боря тут, короче. Бабушка. Он меня нашел. Борисович в усах. Я беру такой, еще ты потом такой, двигайся там. Вот я беру, открываю, трогаю, нахуй. И так ты там.